Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, заберем награды. Лига самураев. Ну, наверное, меня сбросили, потому что два дня, друзья, не играл. Давай, наверное, посмотрим. Так, здесь жетоны надо будет сегодня получить. Да, друзья мои, Лига самураев, 3 звезды. Ну что же, пойдем обратно повышать свой ранг. Мне дадут, интересно, 14-19. Скорее всего, вряд ли, да? Ладно, возьмем вот эту вот команду. Тут я смотрю уровень 46-47. Я, наверное, смогу своими обычными рядовыми, так сказать, бойцами пройти. Хотя это не точно. Давай на всякий случай перестрахуемся и возьмем. Блин, на кого взять? Давай Карайку возьмем. Почему Карайка, ребят? Ну, инициатива — это раз. Массовая атака — это два. Ну и неплохой дамаг для 70 уровня должен быть. Ну, проверим. Очень даже неплохой. Так, здесь нужно, наверное, Рафаэля шваркнуть. Или кроликов. Давай Рафаэля. Почему Рафаэля, ребят? Потому что он хиллер. Так, теперь бросаем баллончик. Ай, хорошо, хорошо вышло все, ребят. И добиваем. Угу. А если так? Да ладно. А если так? Все. Хорошо пробили. Все, друзья мои. Двигаемся дальше. Не знаю, до куда сегодня дойдем. Ну, я думаю, что до лиги сёгунов 3 звезды можно, в принципе. Но, опять же, повторю, ребят, сейчас будет продвижение очень-очень медленное у нас. Так, двигаемся дальше. Смотрим. Смотрим по показателям. Опять же, 14-18, но меня не устраивает такой расклад. Я хочу получить 14-19. Ага, 15-19. Все, друзья, выбил. Так, ну что, здесь, чтобы долго не париться, возьму Джастина. Чисто для подстраховки. Раз, два, три, четыре. Интересно, помнишь, как мы с тобой тоже тогда взяли Джастина, а он сходил самым последним, несмотря на то, что у него 80 уровень, а у нашего противника 40-й и 50-й. Ну вот, вот тебе и результат. Начинается. Ну давай, Джастин, не подведи. Блин, все равно он какой-то слабый. Что ни говори, что ни делай, он слабый. Даже Донателло ролевой, и то намного эффективнее сейчас сделать. Так, давай попробуем. Его спасло только единственное, ребята, что висело на нем уклонение. Все. Ладно, ладно. Второй поединок у нас прошел хорошо. Двигаемся дальше. Так, ну что, мы переходим с тобой в сёгуны. Пока одна звезда, 90-я позиция. То есть все еще впереди. 28 откатов. Надо будет сегодня получить жетоны. Плюс, так, 15-19 уже дают автоматически. Поэтому, наверное, я возьму. Давай вот эту вот команду против нас. Возьму, наверное, железноголового. Подожди, нет. Возьму нейтрализатора. И пускай будет змейковьюн. Я здесь боюсь просто Бакстера Стокмана. Потому что он, ребята, ну, во-первых, массовая атака, сам понимаешь. Во-вторых, он может постепенный урон на тебя повесить. Плюс Донателло, который может дать им дополнительную защиту. Поэтому начнем сразу с дебафа. Так, хорошо. Уложим, наверное, баньки морозилку. Так, а вот теперь нам нужно держаться. Теперь нам нужно держаться. Хотя, подожди, нейтрализатор. Изи. Да, друзья, нам повезло в очередной раз. Ну что же, надеюсь, такие везухи у нас будут на протяжении всей игры. И давай смотреть, сколько нам дают по прохождению. Так, 70 и было 90, да? Получается, 20 ступенек мы перепрыгиваем. Ну, неплохо, неплохой показатель, я тебе скажу. Давай тогда возьмем 15-19. Возьму здесь Донателло. Блин, а враг-то уже 52-50 уровень. Раз, два, три. Кожеголовый. Вот я и думаю, тут видишь Эйприл, который может захилять. Ладно. Все-таки я большую ставку делаю на Дони. Надеюсь, его сюрикены вырубят. Эйприл, ну-ка. Воу-воу. Дони, вот это ты меня порадовал. Я, честно говоря, не думал, что он вот так вот всех уложит.
Потому что в прошлых сериях мы с тобой тоже играли как-то за Донателло, пытались. И такого эффекта не было. Он бомбанул массово, но он никого там не убил, отнял немножко здоровья. И я рассчитывал на добивку, но там что-то пошло не по моему сценарию. И все, ребята, и там я сфейлился. Но здесь он замечательно себя повел. Так, 15-20, берем вот эту команду. Я возьму, наверное, опять же массовиков. Кто у меня есть? У меня есть Паукус, у меня есть Король Крысиный. Я думаю, их двоих, наверное, хватит здесь. Хотя Хан, 54 уровень. Ну, мы можем с тобой сделать так. Рафаэль, Майки, например. И вот этот Рафаэль. Ролевой. Чем он мне нравится, у него массовая атака, когда он черепундели свои бросает. Так что остается только смотреть, что у нас из этого будет выходить. Вот как раз он и ходит первым. Офигенная у него инициатива, на самом деле. Вот именно у этого Рафаэля. Так, паутинка. Да ладно, Хан выжил. Как он умудрился? Так, Донни. На пощечину тебе, все. Все, ребята, здесь тоже мы прошли. Опять же, без потерь, идеально. Так что продвигаемся потихоньку. 47 место и становится у нас 25. Ну да, в среднем где-то 20 ступенек мы пролетаем. Так, давай-ка выискивать что-нибудь. А может быть, дадут мне 15-20? Или сколько там? 16-20 должно быть, наверное. Ага, 15-20 все-таки. Вот эту команду я возьму против себя. Можно, в принципе, взять Шархана и Шреддера. Раз, два, три. Ну, сам понимаешь, Шархан дебафер, Шреддер массовик. Он вызывает своих этих ребят суперкрэнгов. Фух, суперкрэнгов. Суперкланфутовцев. Так, во-первых, дебаф. Ну, как видишь, да? Защита у всех упала. И мне вот надо, чтобы муха упала здесь. Муха падает, отлично. Завалили и бомбанули. Да, ребята, все у нас получается хорошо. Значит, мы двигаемся дальше и смотрим, каких противничков будем выбирать. Ну, да твою же налево. Я думал, что проскочим. Ну ладно, не вышло так не вышло, ничего страшного. 15... Нет, давай уж тогда 15-20, ведь было же. Я ведь знаю, что было. Вот, видишь, о чем и речь, друзья мои. Я возьму сюда Зека. Рокзара просто нет, Рокзара пока брать не будем. Зек, так, тут у нас Крэнк, Кейси, Кейси. И, наверное, Хана я возьму. Слушай, я думаю, что мой зэк все-таки будет круче, чем вражеский хан. Потому что у нас 80 уровень, это раз, и во-вторых, инициатива. Да, так оно и есть, посмотрим, сколько здоровья отнимет. Не то, чтобы я хотел, так, может быть, дебаф на них повесить. Давай-ка я дебаф сделаю. А вот теперь надо пробивать. В первую очередь это будет, наверное, Рафаэль. Почему Рафаэль, друзья мои? Ну, во-первых, он может залечить противника. О, да. Давай вот этот вот удар. Крэнк такой довольный. Потирает лапки. Ух. Все равно, ребята, это хороший удар. Просто он не прокачанный. Вообще найсово. Нет слов. Я не ожидал, что вот такой вот... слабенькой командой. Это действительно слабенькая команда, потому что Зэк, как боец, он не боец. От него слишком много там что-то ожидать не стоит. Как дебафер он еще более-менее, но как боец нет, ребят. И вот мы этой командой победили только что. Так, ну что, давай смотреть. 15-20, я думаю, больше нам не дадут. Я имею в виду там 16-21. Поэтому я, наверное, возьму вот эту команду я возьму, пожалуй-ка. И сделаем так. Можно Усаги, в принципе, взять. Ладно, возьмем Железную голову и Криса Брэдфорда. Мне кажется, этого хватит. Дальше идет Кабан, Кабан и Лео. Ну, почему Лео? Ребят, тоже массовая атака плюс запрет на хилку. Хотя у них хиллеров, а есть. Есть у них хиллер.
Так, вот я думаю, может быть, все-таки взять нам и бафнуться. Теперь сделаем. Ну давай, хорошо, бомбанем по Шредеру. Запретим им лечиться. Подожди, подожди, подожди. Ты видел? Шредер сейчас только что захотел захилять команду. Но на нем висит запрет на хилку, поэтому ничего не вышло. Вообще круто. Вот так вот, ребята. То есть он тупо пропустил свой ход. Он его обнулил. Окей. Я как раз на это и рассчитывал. Так, ну что, 58-я позиция. Выбираем. О, 16-21 уже есть, отлично. То, что нужно. Так, у меня массовиков-затейников. Ну, есть только вот. А давай возьмем. Давай возьмем Макмана. У него, по крайней мере, есть, друзья, массовая атака. О-хо-хо-хо-хо-хо. Кстати, подожди. Подожди, я только сейчас увидел, что у них уже 60-е уровни. А я еще там на полтинчиках танцую. Ладно, сейчас мы этот поединок с тобой отыграем. А потом мне придется малышей моих отыгрывать с помощью, там, я не знаю, Шредера, Усаги и остальных. Так, здесь, наверное, надо. Да я возьму, наверное, провокацию тут. Крик души. Крик души от Карайки подействовал. Так, этот вешает иммунку. Теперь посмотрим на ураганчик Макмана. Ой, какой же он хороший, ребят. Какой же этот удар хороший. Ты видел? Всех завалил. Да, не зря мы прокачивали Макмана. То есть он себя оправдывает. Он окупает себя, так скажем. Двигаемся дальше. И какая у нас там? 30-я, да? А, 42-я. 42-я позиция. Ну ладно, давай смотреть. Значит, 16-21 было? Было. Поэтому давай-ка попробуем вытащить. Вот. Значит так, ребята, беру Лео. Раз, два, три, четыре. Блин, я надеюсь, что Леонардо справится. Потому что он не настолько силен, как тот же самый Шредер, да? Он слабее будет. Но все-таки вертушка у него мощная. Тем более она прокачанная на 7-ю ступень, ребят. Я надеюсь, он всех. Упс. Вот это я лопухнулся. Ну, не я, точнее, а Лео лопухнулся, получается, у нас. Ой-ой-ой, сейчас кому-то. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Лео, будь добр. Фью. Ребята, это было очень опасно. Нет, Леонардо все-таки не тянет против 60-х уровней. В соло ему тяжело их пробить. В соло ему тяжело пробить, и, соответственно, для нас это повышенные риски, которые, ну, они просто себя не оправдывают здесь. Да, надо будет запомнить. Ну, в принципе, ребят, все время мы делаем. И опять же скажу, что это рандом. Сейчас оно не сработало, потом оно может сработать. Вот здесь вот тоже, вот кажется, Усаги, супер боец, да, 100-го уровня, может повесить постепенку, но может и не повесить, и может не добить сразу противника, например, с одной вертушки. Давай посмотрим, как сейчас он покажет себя. Ну, в данный момент он показал себя очень круто, потому что всех пробил, постепенный урон повесил. То есть, в любом случае, он уже не жилец. Даже если бы мои бойцы сейчас не добили бы его, он бы со временем все равно бы отдуплился. Как начал бы его ход, сразу бы откопытился. Ну что, ребят, перейдем. Да, мы уже в Лиге Сёгунов 3 звезды. Давай попробуем добраться до Лиги Мастеров тогда уж. Два дня все-таки не играли и как бы пропустили очень много чего. Нам нужно это все наверстывать. Ну давай возьму Ванюшу здесь. Раз, два. Ванюша, блин, тут Дони есть. У нас хила, а, хилмуха. Ладно, опять же, ребята, соответственные риски здесь есть у нас определенные. Ванька-то, понятное дело, будет ходить первым. Поэтому с гранатомета сразу же бомбим. Блин, какой же он крутой, а.
ну, практически становится в ряд с одними из самых крутых бойцов. Я думаю, вы со мной согласитесь, да? Ну что же, двигаемся дальше тогда. Двигаемся дальше и смотрим, что у нас тут. 16-21. А может быть, уже пора переходить на 16-22? Мы уже долго слишком ходим здесь по этому острию. Так, друзья мои, я вот знаете, что думаю в последнее время? Так как нам запретили здесь и монетизацию на канале, и это, может быть, уже переходить пора на стримы. Пишите, что вы думаете об этом. Стоит ли переходить или не стоит, и что мы будем с вами транслировать. Пишите в комментариях, друзья мои. Так, ну что, соточка. Ну, соточка, я думаю, справится, да, у нас с Бакстер Стокман. По идее, он по инициативе, я, конечно. Блин, давай перестрахуемся. Давай перестрахуемся, возьмем еще Тимати. Ну, Тимати здесь будет у нас в виде живого щита, потому что он по приоре провокатор. То есть он берет на себя весь огонь. Так, муха, точнее, да, Кирби упал. Но вот здесь, конечно, Бакстер, да, друзья мои, Бакстер здесь немножко лопухнулся в том плане, что он не добил всех. Он даже постепенный урон не повесил. Вот беда. Поэтому здесь надо попробовать, наверное, крысу бомбануть. Давай попробуем крысу сплинтера. Угу. Так, теперь массовая атака от Лео. И Малорик. Ну, понятное дело, Донни ходит. Так, теперь бросим холодильник. Давай, Рафаэль. Замечательно. Ну что, ребят, вот как-то так у нас пока получается. Поэтому двигаемся далее. С 81-й позиции мы переходим на 62-ю. Ну, что так долго? Вот, 16-22. Здесь я возьму Армагона. Так, Майки, подожди пока. Раз, два, три, четыре. Сегодня еще пофармим жетоны, потому что мы с тобой события прошли. Девичью силу, так что фармить можем. Бросаем наш супервалун. Ну, эть, хорошечно, хорошечно. Все, ребята, остаются тут считанные бои. Но вот я что-то не уверен, дойдем ли мы до Лиги Мастеров. Так, 62-я становится 45-я. Так, 16-22. Ребята, хорош. Хорош занижать. Опять за свое, а? Вот, есть, нашли. Так, ну вот здесь я возьму, наверное, Супер Шреддера. Да, в принципе, его одного и можно брать. Почему-то мне кажется, что он справится. Но он, правда, до 60 какого там. До 70-81 уровень, да? Он уже там начинает фейлиться. Но с этими он должен справиться. Так, постепенно на всех, кроме Сплинтера. Оп. Да ладно, ты серьезно? Эй-эй-эй-эй-эй, тихо, парень. Ох, Донни, Донни, подожди, родной. Нет. Да что ж делать-то? Ну-ка, если так. Все, крышка. Блин. Ребят, да что ж такое-то, а? Я офигею, я сплинтера не могу пробить, не мог пробить. Почему-то, когда враг за него играет, да? Меня он уничтожает просто на изи. Когда играю за него я, это вообще ни о чем. Обидно. Такая несправедливость. Так, ладно, друзья мои, 27-я позиция. Все-таки я надеюсь, что мы в Лигу Мастеров попадем сегодня. Опять они дают 16-21. Да что ж ты будешь делать-то? У нас уже бойцов-то практически не осталось, да? Получается... Раз, два, три. Это с этой командой идти? Нет, я возьму, наверное, все-таки Шреддера. На откате. Раз, два, три. Четыре. И еще один поединок у нас останется.
Ну что, хлопцы, погнали? Так, замечательно. Надо вот Рафаэльчик только подкорректировать. Замечательно. Летучие мышки. Слушай, она, по-моему, какая-то ведьмочка, мне кажется, да? Шинигами. Потому что у нее какие-то летучие мыши. Она может вызывать этого призрака. Она какая-то ведьма. Так, ребят, ну что, если мы сейчас сыграем, то мы как раз перейдем в Лигу Мастеров. То, что нужно. Берем Рафаэля, берем Майки, берем Супер Шреддера, берем здесь Макмана и Зека. Да, против этой команды тяжело будет кому-то вообще устоять. Майки. Так, нам нужно вот этого вот бомбануть. Плюс бомбочка. Плюс супер атака от Супер Шреддера. И все, все, ребят. Ничего от них тут и не осталось. Замечательно. Ну что, переходим? Ну, конечно же, переходим. А позиция у нас 90. Нормально. Так, ребята, в магазине пак открываем. Нам выпадает кто там? Ага, Лео. Нам выпало Лео. Теперь переходим. Сколько у нас? 20 тысяч мутагенов. Почему-то мало. Нам нужно 22 тысячи. Так, что мы хотели? Мы хотели Макману прокачивать уровень, а по скиллам мы хотели прокачивать крысиного короля. Так, ну что, давай начнем с этого, наверное, да? Нам нужно с тобой найти трое наушников. Раз. Два. Раз, два. Три. Так, нам нужно было трое наушников найти и 8 пультов для телевизора. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Друзья, у нас очень мало телепортов. 30 штук всего лишь осталось. Надо будет это все дело докупать. Ну что, прокачиваем до 5 ступени. На отмаш. Блин. Не хватает до сих пор. Ладно, здесь заберем награды. Пройдите серию испытаний. Давай-ка пробежимся, наверное, вот это вот возьмем. Раз, два. Так, Донни, подожди. Так, Ванька пускай будет. Ну, вот такой командой. Черепашья сила. Ну, я думаю, здесь очень быстро мы с ними разберемся. Давай, Усаги, делай свою супервертушку. Постепенно висит. Так, Рафаэль точно упадет в Майки. Не уверен на 100%, но надеюсь. Так, минус. Все, в остальном, ребята, им кранты. Почему прохожу это событие, ребята? Ну, во-первых, тут всего лишь одна волна, и она очень быстро проходится, как ты заметил. Ну что же, двигаемся дальше. Забираем награды. Так, поднять уровень персонажа. Блин, ну ладно. Раз надо поднимать уровень, так будем поднимать. Крип, сколько там у тебя? Ну, вот здесь потратимся. И остатки заберем. Все. Так, в магазине у нас по энергии давай посмотрим. Подожди, не то, не то, не то. В магазин, в предметы. Сколько у нас вообще жетонов? Ноль. Ну да, мы с тобой потратили в прошлый раз 530. Так, у нас есть событие, у нас есть вот это вот. Так что, ребят, давай попробуем. Твою налево попробуем, а сколько мы можем купить? О да, друзья мои. 250 штучек я приобрел. Это хорошо.
Так, давай теперь сюда, сюда. И начинаем потихоньку фармить. Сразу Эйприл Кунаичи. Так, 3 доллара. Камень Талик. Кукла Дарума. 7 осколков. Ребята, а вы мне будете давать жетоны сегодня или... или не будете? 40 жетонов, спасибо. Еще 40. А подожди, а почему 40? По-моему, максималка должна быть 50. Нет, тут 40. А все, ребята, сыр в ноль. 80 жетонов. Но также не забывай, что у нас вот здесь еще есть события. Это получается 40 жетонов. И тут, по-моему, сколько? 200 мы, да? 240. Ну, неплохо сейчас мы заработаем здесь. Хоба, змейка Вьюн упал. Так, двигаемся далее. Первый, второй и третий поединки так себе. На четвертом, да, немножко, ребята, можно, конечно, сфейлиться, но это я уже давным-давно не помню, ребят, когда фейлился. Это в том случае, если ему везет. Если у змейка Вьюна будут проходить все атаки, то да, он может нам кого-нибудь уложить. Раньше он обычно делал мишенью Ваньку-стиранку почему-то. А так, по большому счету, у нас слабее будет Зек. Так, 60, то есть 40 и 60 это уже сотка, да? Это уже 100 жетонов. Так, он уже первым ходит, потому что инициатива у него повысилась. Давай бросим вот так вот, заблокируем ему способности. Плюс тройной укус. Раз, два, три, отлично. И остается лишь добить. Ну, кастетом. Вот так вот. Так, значит, у нас было 100 жетонов, да? Сейчас мы посмотрим, сколько в этот раз нам выдадут. 180. И на последнем 280 жетонов, ребята. В общей сумме 280 жетонов. Плюс те 80, которые были у нас. Я считаю, неплохо. Вот, видишь, начинается у него, короче, вот это вот. Так. Тройной укус. У него еще отхил там стоит. Раз, два, три. Ваня, ты сможешь его добить? Упс. Ну давай, Ванюша, жги. Замечательно. Да, ребята, все у нас получилось очень даже хорошо. То есть мы с тобой забираем эти 100 жетонов. Итого у нас 360. Да, 360. И больше нам здесь пока, друзья, делать нечего. А раз нам нечего делать, будем тогда закругляться. Так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.